к данному видео. Следующее. Ом Пушне Нама обозначает мантра вдохновения. Люди очень часто теряют вдохновение, а вдохновение — это и есть путь. Что может вдохновлять человека? Когда человека что-то вдохновляет, он получает один из видов энергии. Человек вдохновленный, вдохновленный создать, вдохновленный. Там есть люди, вдохновленные семьей, есть люди, которых может вдохновлять популярность, слава, почет, уважение, деньги. Вдохновляться — это неплохо. Стремитесь к тому, чтобы найти свое вдохновение. Найдите это вдохновение и стремитесь к нему. Чем выше по вибрациям вдохновения, допустим, вдохновение просто сексуальной близости, это кратковременное вдохновение, его добиться несложно. А вот вдохновение чувств, там, вдохновляться там, успехами детей, уже это гораздо сложнее. Вдохновение, допустим, которое может быть связано с познанием духовности, познанием доброты, расширением доброты, желанием делать что-то в миру, это более высоковибрационное, они не всех вдохновляют. Но это дает больше потенциала, дает больше сил человеку. Вдохновение может давать желание заработать много денег, быть очень популярным, сильным, быть злодеем каким-нибудь.